Вадик, слушай, Пою, это же как пою. раз Руслан Яковлев сделал на эту песню клип. Это мы сейчас Степашку укладываем. Сейчас, подожди, я как раз хотела тебе показать. Ну, как классно. Подожди, вообще шикарный клип. Ролик. Ага, я вчера посмотрела. Колыбельная. Колыбельная для гамадрилят. Пусть Люся и Степка спокойно спят. Смотрит, какой он был, посмотри, лысый такой. Люська маленькая. Не видел. Люська большая. Пою, деточку даю. Пою, мою маленький. Спи, мой зайчик маленький. Ла-ла. Люська спала. Поросенок, если с ним снимать. Вообще замечательное исполнение этой колыбельной. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю. Идет серенький волчок и укусит за бочок. Баю, баюшки, баю, баю, деточку. Зевает. Спи, мой зайчик маленький. Называйте, почувствуйте разницу. Прошел ровно месяц, когда к нам... О, все, все, увидел, увидел себя. Любит страшно. О, о, о. Да, скажи. Колыбельная для гамадрилят. Ой, я прям второй раз поставлю. Мне так нравится, как Степка. Все. Он так любит под музыку, он так любит, когда ему поют. Да. Музыкальный ребенок растет. Тебя любит смотреть страшно. Люська.
На меня как-то вот эта вот музыка прям умиротворяющая, такой какой-то. Прям вот релакс, релакс. Сразу спать. Бу. Зайчик маленький. Ой, там помадрила показывают. Сразу. Не знаю, как серый волк укусит за бычок, но он уже кусает. Это да. Тут еще серый волк. Ну, все, ты спать, Степ. Вот. Вцепиться. Друзья, напишите, как вам ролик, как вам песня и как за месяц изменился Степка. А, или бац, сделал до ушей улыбка Джоконды. Гамадрил, который может улыбаться так, так, и который может использовать телефон. Хватит. Одного достаточно. Всем спокойной ночи. Что-то... Опа, опа, опа. Скажи, вы меня сами раздраконили. Все? Скажи, папа, папа, спасибо, спасибо тебе за то, что да, забрали, за то, что выходили, да, за то, что вот я такой красивый, за то, что у меня столько подарков и поклонников. Да? Скажи спасибо нашим подписчикам за то, что... Столько всяких. Он. Это он, Влада, целует. Это всем вам передает. Да, скажи. Наши, скажи, поцелуи. Ой. Ну, дитё, дитё. Вот все равно, Люська, ты такой не была. Он прямо, ну, такой благодарный. Ну, такой благодарный. Вот ему ничего не надо, ни чтобы с ним играли сильно, он сам будет с тобой играть. Лишь бы, Ну все, сейчас разыграется уже, Вадя. Не надо, не разыгрывайся. Спать потом. Сейчас тебе напишут. Внучек целуй, а не гамадрил. Ну такой хороший. Хорошо, вообще не то слово. Я его сама такая беру и целую, 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 обнимаю, обнимаю, обнимаю. И вот... Спрашивают, кого ты больше любишь, Стёпку и... Спрашивают? Да. И кого ты больше любишь? Стёпку. Стёпку больше любишь, чем Лёсю? Не ожидала, друзья, такого ответа. Почему? Потому что он маленький. Угу. Стёпа... Прямо the best. Я думала, все-таки скажет Люсю. Вот так.